Здравствуйте, уважаемые подписчики. Этот дом вы видели уже у нас на канале. Значит, напомню, чем интересен дом. Монолит этажерка. Красный полнотелый кирпич 25 сантиметров. И утепление фасадным пенополистиролом ППС 16F. Толщина 150 миллиметров. Двойной базово-армирующий слой, декоративные элементы вокруг окон. Дом в таком виде простоял две зимы. И вот сейчас заказчик собрал денежные средства на то, чтобы выполнить облицовку. Изначально предполагалась клинкерная плитка. Заказчик пошел немножко по другому пути. Значит, заказал и привез кирпич ручной формовки, резанный на клинкерную плитку. Вот посмотрите, как выглядят заготовочки. Вот они. Они приходят нарезанные вот в таких вот палетах. Бельгийский кирпич нарезанный. Вот они здесь лежат. Такие красивые, такие. Единственное, конечно, то, что ну, толщина не совсем, скажем так, одинаковая. Ну и бой есть, разумеется. Куда от него денешься? Но стараемся по максимуму все использовать. Значит, приклейку производим на клей Церезит SM 16. Вот он здесь. Вот интересное место на фасаде. Как вы видите, это, собственно, разметочная таблица. Когда высчитывали придовку, швы. Здесь видна пенополистирольная система. То есть вот двойной базовый армирующий слой. И, собственно, торец пенополистирола 150 мм толщиной. И отсюда, собственно, зацепили линии и дальше уже повели облицовку вокруг дома. Основное, это нужно сделать красиво, чтобы, видите, кирпичи смотрелись не только между окнами, но над окнами и под окнами. Чтобы была кратность размеров. По возможности без подрезок по длине. Пришлось где-то по длине резать, нет? Пришлось, да? Под окнами, да? Ну так в глаза не бросается. Это у нас теневая часть фасада. Здесь у нас круглое окно. Видите? Здесь более сложная подрезка. Ну, пройдем, собственно, посмотрим, как ребята работают.
Вот приклеен искусный камень несколько дней назад. Это вот декоративные элементы. Оставлены зазоры под декоративную штукатурку и под затирку. И притиранием, да? Конечно, обязательно. Я так понимаю, что кирпичики... Так вниз опусти. Что он у тебя? Все кирпичики, я так понимаю, разного размера, да? Разного. И пробивку через сколько рядов приходится делать? 4-5. Через 4-5 лазером пробиваешь, да? Обязательно. По периметру. Ну что, поднимусь к тебе. Цвета же разноцветные у кирпичей, да? Как их подбираешь или? Размеры. Потому что я смотрю, есть и черные. Есть, но это уже не подбирать ее. Вот лучше так, она красивее смотрится. Угу. Видите, предварительно фасад был законсервирован кварцевой грунтовкой Церезит СТ-16. И дальше спокойненько, как появляются денежные средства, можно продолжить работу. Клей Церезит СМ-16. Затирка будет Церезит CE-43. Через сколько схватывается клей? Ну, окончательно через неделю. Через неделю, да? Окончательно, не оторвать. То есть уже с базой, да? Да. Когда? Вот видите, используем направляющие различные, алюминиевые брусочки.
приклейка плитки, вырезанной из кирпича ручной формовки, на фасад утепленный пенополистиролом толщиной 150 мм. Система Церезит. Приклеен пенопласт, выполнен двойной базово-армирующий слой, кварцевая грунтовка СТ-16, фасад 2 года стоял. И дальше, видите, плитка, вырезанная из кирпича ручной формовки. Насколько длина прыгает? Что? Длина насколько прыгает у этих кирпичиков? До 5 миллиметров. Ну, это немного. Бывает, у нас было и на 2 сантиметра они прыгали. Для вертикальных швов это заметно. Ну, понятно. И попилить их не попилишь, потому что будут некрасивые. Это не ручная. Их нужно ломать. Даже не ломать, они края отличаются от пилены. Ну понятно, да. А шов сколько ты оставляешь? Сантиметр. Примерно, да? Плюс-минус. Четко сантиметр. Это горизонтальный. А вертикальный? Вертикальный же сантиметр. По ручке, да? Да. Угу. Под размер выпилили. Ну, уже с учетом разницы камня приходится швы тоже делать немножко шире уже. Угу. Понятно. Ладно, спасибо, не буду больше тебе мешать. Счастливо, пока. Пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания. Да, обязательно.